Значит, даю вводную. На каждом уровне, вот видите, сейчас появился квадратик с цифрой 8. Тут хорошо, но долго простаивать некогда. Это вот недоработка. Алиса много тут трандит. Так я продолжу. Видите, квадратик и цифра 8. Это означает, что на этой локации... Вот есть, бы все задуманное вышло! Есть 4 активных точки, при нажатии на которую получается какой-то прикольчик. Ну, приколы эти прикольные, смешные. Так когда вот, не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь! Да иди ты, вот это она будет все время трандеть. Вот видите, 7. Видели бы меня сейчас мои одноклассники. Одну точку активную нашел. Вторая. Что не делается, все к лучшему. Только делалось бы что-нибудь. Да а я что, не делаю? Пора бы уже что-то предпринять. Предпринимаю. И осталось четвертую точечку найти активную. И тогда... Так, это повторяется. И куда бы мне теперь пойти? Сейчас пойдем. Видите, не изменилось. Как было две, значит, еще одна точка с приколами где-то есть. Вот. А время-то идет. Понятно. Надеюсь, сигнальная ракета мне не пригодится. Но все же пусть будет под рукой. Итак, вот я буду действовать на каждой локации. Все-таки зеленый молодец. Такой замечательный катер выбрал для нашей экспедиции. Наш дежурный катер для вылета на планету. Что тут еще забрать можно? Что-то ж еще можно. Да, хорошо, что сейчас каникулы. Да меньше б ты трандела, было б лучше. Так, я взял ракету. Ой, а ведь это осколок нашей мозаики. Да, наша задача найти все осколочки мозаики. Ну, практически... Эта локация отработана. Можно переходить... Эх, обожаю приключения. Можно переходить на другую. Полезная штука. В крайнем случае отдам эту банку маме для консервации. Все-таки хорошо, что папа помешан на бабочках,
а не, скажем, на крокодилах. Чьи-то папы вечно носят с собой лазерный меч, а мой не выходит из дома без коллекции с новыми насекомыми. А что, мне нравится. Папа не любит, когда кто-то трогает его инструменты. Еще одна. Тут хорошо, но долго простаивать некогда. Ой, ну вот это недоработка. Это явно недоработка. Сильно до хрена. Веревка в хозяйстве лишней не бывает. Алиса тут не по делу встреет. Все-таки хорошо, что папа помешан на бабочках, а не, скажем, на крокодилах. Папа, Вселенной срочно нужна твоя помощь. Вспомни, не видел ли ты где-нибудь в округе кусочек древней плиты с изображением части иероглифа? Если не ошибаюсь, буквально час назад Громозека показывал мне подобную плиту целиком. Алиса, ты умудрилась разбить мозаику с посланием древних жителей бродяги? Да нет, па, это не я. Это мешок пельменей, который увязался за мной с Пегаса. Что? Алиса, ты бредишь? Понимаешь, Громозека как раз показывал мне плиту, а тут эти зловредные пельмени. Трах-бах! Плита вдребезги, мы в рассыпную! Вот, хожу теперь. Ищу осколки, чтобы снова собрать мозаику. Что ж, похвальное занятие. Увы, ничем не могу помочь. Обломков мозаики я не встречал. Зато наткнулся на чудесную поляну, полную редких удивительных насекомых. Это уникальная коллекция бабочек оттуда. Восхитительно! У каждой особи какие-нибудь патологии. Согласись, отличные экземпляры. Ну, в общем, ничего. В смысле, это, конечно, тоже любопытно, но древняя мозаика сейчас интересует меня больше. Никогда бы не подумал, что у такой красивой бабочки может быть такой скверный характер. Алиса, только посмотри. Машет крыльями, словно собирается напасть на меня. Так, я так понимаю, локация отработана. Идем дальше. Будем отрабатывать все локации по очереди. Итак, алгоритм поняли. Приколы. Вот бы все задуманное вышло. Когда не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь. Ой, я не могу сделать это отсюда. Еще один прикол где-то должен быть. Видели бы меня сейчас мои одноклассники. Ой, да меньше ты трандела, честное слово. Немножко раздражает то, что она... То, что она вот это лезет. А
Подойди сюда, мое маленькое существо. Для поддержания воли к победе я решил сделать тебе сюрприз. Вот, держи. Громозека, ты нашел еще один фрагмент мозаики. Как тебе?